Все, он вот так бежал, бежал, бежал. Я вот тут стрельну. Вон там, в общем, метров за 30. И он, короче, разворачивается прямо на меня. Я перезаряжаюсь, одну пятерку вставил, он прям вот к ногам. Вон он прям. Бай, бай! От... Ну, наконец-то. Наконец-то. Подарок какой мне. Нормально. Собачки сделали. Молодец. Вот твой, да? Первый? Да, сейчас. Да, да. Не видела ни разу. Первый заяц. Веруню этот. Целку сбили. Верунь, молодец. Ай, молодца, молодца. Абая, видишь, молодца, молодца. Макс, это, сними, я сейчас отрежу ей. Верунь, молодец. Поснимай. Молодец. Дает, дает. Молодец. Молодцы, молодцы. Эх, ты жадная какая, это зайка. Пусть потрепит, подразни ее. О, какашечку съешь. Понюхай попу, понюхай ему попу. Пусть его подергает, подергает, подергает. Да ладно, ты что, она же не травильная. Хорош, Верунь. Короче, это... Хороший. Я выбегаю и смотрю, он у меня же подшумел, он у меня, смотри, от меня убегает. Ты слышал, да? Ты слышал, да? Как я слышал. Не, я кричал, а на он него, не на него. Он кричит, бежит на тебя, я смотрю, я точно мелькает. Блин, дорогу, не, шел на меня прямо вот туда, на обратку. А я это подшумел, кричил, Виталик сначала гонит, блядь. Ты его увидел, да? Я раз подшумел, смотрю, он от меня убегает тоже. Кость, он бежал на меня и побежал от меня. Вот здесь, и вправо начал подавать на Виталика. Если бы на тебя влил, я бы на тебя крикнул. А я на дороге был как раз. Я вел теонизм. Подожди, Максим, давай, крупный кадр. Добрали, видите, да. Да, я ему говорю, да. Он весь падал, ушел сюда и руки здесь едет. Ну, как-то прям по прямой все. Ну да. Ну, это, лосишка прям, он лежит, на бугре лежал. Да? Жировал, лёжки. Стой, слышишь? Не. Вера. Ах ты, смотри-ка, она какая жадная. Стой, подожди. Они сейчас друг к другу. Бай, твоя заслуга. Сейчас, Вера, подожди. Недалеко от собак, да? Да, недалеко. А он, видишь, она потихонечку орёт, ну... Потихонечку, и он добрали. Он так, видел, хорош, да? Уже, все. А? Я увидел обратно, да? Он меня зашумел, я вон там по кустам. Шк-шк-шк. Думаю, сейчас 2-3 шага и встану. Нет, ровно, держи. 2-3 шага, думаю, встану. Вера, да. А я встаю, я слышу, я ему кричу, Виталик гонит, блядь. А он идет, шумит. Я думаю, сейчас еще 2-3 шага, я выйду оттуда и встану. Мне надо было там встать. А я думаю, 2-3 шага и встану. Я так 2-3 шага делал, смотрю, он побежал от меня. Ну да, если бы остановились по форму, там вот. Ну, главный результат. Да. Рябчик и заяц. Ну чего, все, молодцы. Ну куда ты, куда? Прям отдирает. Ну что, отдать им задние, что ли? Не, не. Не надо? Потрепали, хватит. Все, хорош. Верунь, хорош. Ты шкуру им отдашь с головой дома. Сейчас вот должны второго отдохнуть, и там сейчас еще одного поднимем. Пойдемте. Они не устали даже. Да. Они не бегают быстро. Ну хорош ты уже ногу перевел. Далеко стрелял? Ну тут 30 метров. А, то есть я-то стоял вон, я стоял у елки. А я его стрелял вон с завала. Он бежит, и мне его не видно. И он, знаешь, как... Стороной вот так, стороной. Он мне в ноги прям прибежал. То есть он... я в него два раза стрелял, он раненый на меня прям. Он коляску сделал. Он меня уперся и начал оббегать меня вот так. А тут Виталик. Я смотрю, Виталик целится, я ему кричу, тя-тя, смотри, целится, 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 целится. Думаю, ну значит, сука, не попадет далеко. Перешагнул, дэх. Думаю, промазал, смотри, орет. Вот он, ну все, думаю, бил. Николай, да не-не, я не трогаю его. Добыл зайца. Вон он лежит. Вон он.
Прям своим следом. Четко. Я только рацию убрал. Вот знаешь, как быстро летел? Вообще, блин. Да. Не, не буду, не буду. Вон идут, идут, идет какая. Что, собака? Не знаю. Набат, да. Смотри, разобрался, молодец. Ах, ты валяется. Ох, какой красавец. Николай, ну нас-то можно снимать? Мы чай поживем сейчас с тобой. Мы помрем, хуй с ним. Я имею. Вот он, красавец. Ну тут сколько, гону немного. 10-15 минут надо, да? Слушаю. Да-да, слушаю. Техника. Да ты по лыжне, так иди по лыжне, вот это, по дорожке-то. Он здесь, рядом уже. Смотри, как он разобрался быстро. Ага. Молодец. А идет без голоса. А? Идет без голоса. Угу. Отстал чуть-чуть и все. Стрельнул по зайцу. Кундулуки. Чё, дошел? Николаевич промазал или попал? Что значит кундулуки? Значит, в рюкзаке лежит. С полем поздравляю. Ну слушай, я тоже отличился, как ты вчера, я сегодня. Да, Николаевич, да, с полем, барин, с полем. Кундулуки, буду теперь знать это слово. А Орфея там нет рядом? Ну тогда это, чё, сейчас я приду туда, да? Иду к тебе. Да-да, давай сюда на эту дорогу и к дому пойдем. Давай. Чё, Орфей пиздюлей получил? Орфейка, ты умница моя, пошли. Пошли. Чё, дал пиздюлей тебе? А он уходил с ним, Николай? Я ему хотел зайку дать. А может, набата привязать? Я привязал. Ага. Пошли, Орфей. А ты им пазанки не давал? Ну, с полем. Как ты сказал слово? Кундулуки. Кундулуки? Это что, по какому?
По-нашему? По-мордовски. Это по-нашему? По-мордовски. Не, серьезно? Это у нас в Мордове, как добыть? Кундулуки. Кундулуки по-мордовски, значит что, хана в рюкзаке? С полем, барин. Ну где зайчишка-то? Вон, вот свои все, вот он туда уходил. Ага. Красавец. Ну да. Привет, голос, нормально. Я нормально. Слышу обратно, я попрыгал, вижу обратно, думал потерял, а потом слышу голос уже. А что ты передний? Это перебитый задний тоже. Ага. Отрежь этому маленькому. Сейчас. Но не ругайся. Только собак не снимай. Не, я не снимаю, я их потом это, как спецназовцев, не буду. Николаевич. Подержи, сейчас я отрежу. Или передний, чтобы передний, тащить, наверное, можно было. Хотя она перебита эта. Давай. Отрежь заднюю за передний. Потащи. Да они обе, по-моему, перебиты и эти. Что тут как-то накрыло его? Никак. Ну да. А что я стрелял? Я вот у сосенки стоял. А-а-а. Что, держать? Держи вот так вот. Что, переднюю? Отрежь, пока переднюю. По суставчику. Вот здесь? Да не, пониже. Во, здесь. Вот здесь. Может не будет жрать. Иди, дай ему зайца, дай понюхать целиком. А собак не надо снимать? Орфейка. На, понюхай зайку, полежи, вот. Ну, полежи. Твоего нагонного зайца. Да. Ну ладно, на, съешь. Пусть понюхает. А у тебя там пакет нет или зачем? А мы сейчас веревочку сделаем. Орфей. Нет, зайцев положим. Сейчас положим. Орфей, друган. Ну чё ты? Ну, где-то около часика, да? Минут 50. Ну, да не, поменьше. Минут, а, наверное. 9:15 подъем. А в 10. А, да, минут 40. 40, да, около 40. Ну, блядь, шел своим следом обратно. Четко, да? Угу. А я что-то смотрю, так мне кажется, что связь потерял, знаешь, что близко, что мне близко кажется. Туда куда-то уходили. И связь потеряна, значит, это может подальше даже сюда. Четко. Я говорю, четко слышал голос, уже здесь близко. А-а-а. Я включил камеру, думаю, сейчас, ну, мало ли, сейчас выскочит. И слышу. Бух, выстрел прямо на камеру, и ты такой, кундулуки. Я ж тебе отрезал, Ерофеич. Орфей Ерофеич. Но он хоть уходил за ним? Что? Орфей-то. Не, вот он когда вот перед тем, как я гляну, тут бегал, со мной лежал, потом раз на след и туда пошел. Я слышу, собаку-то обратно подает. Ага. Идет, голос. Ага. И вот он только пришел сейчас. Я уже стрелял. Ну он где-то, да, он где-то там шарился. Это. То есть он то есть уходил туда, да? Он оттуда пришел, да. Ага. А вот... Давай яйца посмотрим. Какие набухшие, гляди-ка. Ну-ка. Ничего себе. Набухшие? Да, вон попробуй, какие яйца. Ух ты, да. Вон, вон. Вчера одного набухшие, что-то вылезло. Сегодня другого. Да.